Температура до 39 градусов, боль в горле, кашель и насморк. Такие симптомы наблюдаются у большинства обратившихся в поликлинику алданцев. Эпидемиологи отмечают рост заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог превышен на 20%. Большинство заболевших – дети и подростки. Будет ли введен карантин в учреждениях образования Алданского района, выясняли наши коллеги. Сколько ребят отсутствует на занятиях в школах и не явилось в детские сады? В этот же день станет известно педиатрам и эпидемиологам. В учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг. Ситуация по заболеваемости простудой становится все более напряженной. За прошедшую неделю выявлено 302 вновь заболевших. Эпидемиологический порог превышен на 20,4%. Ежедневно за помощью к педиатрам обращаются порядка 100 человек. Большинству ставится диагноз «острая респираторная вирусная инфекция». Обращаются с жалобами на подъем температуры тела выше 38-30 до 39 градусов, значит, с головными болями, с насморком, с кашлем, боли в горле, в общем, общими катаральными проявлениями. Основную долю заболевших составляют дети, посещающие детские сады, и школьники. Существующие меры профилактики делятся на специфические и неспецифические. К первым относится вакцинация. Кампания проводилась с сентября по декабрь. Безусловно, прививка – не гарантия защиты от гриппа и простуды. Однако она существенно облегчает течение болезни и минимизирует риск осложнений. Сейчас остается уповать на неспецифические меры профилактики. Неспецифические меры профилактики – это избегать мест скопления, массового скопления людей. Можно применять индивидуальные маски защиты, а также мыть руки после улицы, после общественного транспорта. Ну, проветривание жилья и влажная уборка жилья ежедневно и желательно. В настоящее время в некоторых классах городских школ занятия прекращены. Впрочем, по мнению медиков, предпринятые меры ситуацию кардинально не изменят. Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия решает вопрос о введении карантина во всех учреждениях образования города Алдана. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Залевин, НВК САХА, Алдан.